Иваново с привлекательной стороны. Интересное и открытое для инвесторов. В городской мэрии презентовали сразу три портала, которые могут быть полезны представителям бизнеса и простым горожанам. Доработан главный инвестиционный портал города Невест. invest.ivgorodom.ru. Здесь информация о территории, экономическом потенциале и конкурентных преимуществах. Обновляться данные будут ежеквартально. Преимущество ивановского ресурса перед аналогичными порталами ЦФО – сведения о земельных участках под аварийным жильем и ветхим фондом. Это как раз потенциальные наши зеленые площадки, потенциальные точки, где может инвестор реализовывать свои программы развития. Вот. Совершенно справедливо Владимир Николаевич заметил, что необходимо размещать информацию и по земельным площадкам, которые в перспективе будут использованы под зеленые площадки, тогда, когда по заявлению жителей данный объект недвижимости, жилой дом, признан ветхим аварийным жильем. Потому что это, конечно, более далекая перспектива, это не вопрос уже ни одного года, но, тем не менее, инвестиции же, они тоже имеют определенный срок окупаемости. Второй портал – городской сайт поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства. Он рассказывает о муниципальных программах, правилах участия в них и о мерах поддержки в целом. Также на сайте администрации заработал так называемый ресурс открытых данных. Это самая разнообразная информация, собранная в одном месте. Адреса школ, маршруты пассажирского транспорта или телефонный справочник мэрии. Она интересна Гуглу и Яндексу. Это же не просто человек, правильно? Это система, мощный интернет-сервис, который уже отдает рядовым гражданам, скажем так сказать, всем. Наша задача отдать тому же Гуглу и Яндексу так, чтобы они могли этим воспользоваться. И не искали где-то в другом месте, а именно получили от нас официальные настоящие данные. Использовать опубликованные на сайте открытые данные можно совершенно бесплатно, в том числе и для собственной выгоды. На основе представленной информации, например, можно создать удобное мобильное приложение для его дальнейшей продажи. Елена Белова, Денис Денисов, РТВ Иваново.